Меня дополнительно попросили показать одно из важнейших обновлений личного кабинета, над которым мы сейчас работаем. Команда работает, вот Максим не выпускает из рук свой ноутбук. Это внутренняя биржа. Так, видео у меня нет, да? Это внутренняя биржа, да, сейчас мы готовим функционал, но весь функционал акционирования, внутренняя биржа, все идеи, миллион лендингов, все делают ребята, это вы видите скриншоты. Хочу вас спросить, вы согласны, то, что у нас классный кабинет? Да. Мы все быстро обновляем, ничего не тупит, все картинки красиво нарисованы. Вот, допустим, Георг, это наш UX-дизайнер, он уже даже больше, чем UX-дизайнер, тоже мы с ним с этого года работаем, и он работает именно над юзабилити, над дизайном, чтобы всем было удобно. Мне кажется, у нас потрясающий результат в этом вопросе, да как и в других тоже. Так, переходим дальше. Финансовые инструменты, которые мы используем для работы. О, смотрите, это внутренняя биржа. Да-да-да, вот смотрите, такой функционал, это записали видео, его нет в этой презентации, где наши клиенты смогут в таком виде продать и купить свои доли. Вы можете снимать, да. Это видео никто не видел. Так, и вот дашборд с долями. Ну, очень похож функционал на наш привычный функционал, только, видите, под разделом инвестиций есть еще и новая вкладка «Внутренняя биржа».